Nope. 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 Это терпеть, мастер машина не стирает. Приветствую всех, дорогие друзья! Рад вас всех видеть! С вами снова Крюга Тв. И сегодняшнее видео будет посвящено довольно странному танку. Есть в игре машины довольно регулярные. Они понятные, без каких-либо особых изюминок. Ну, то есть, как сказать, у них могут отличаться орудия, базы, какая-то быстрая, какая-то медленная и так далее и тому подобное. Но в Артандере, помимо такого рода машин, есть еще и обладающие какими-то особыми механиками, типа итальянских двустволок, ну или там одностволок, не суть, то есть на безоткатках. И вот к этим же машинам, то есть ко всяким там странным относятся и многобашенные танки, у которых есть особенная механика, естественно и раздельная стрельба и многобашенность. Все это классно. А плюс вот среди этих отдельно танков есть танки начального уровня, которые улитки сами выделяют как особенные. Они дали им высокую цену и сделали их довольно редкими гостями в боях. Но для многих игроков, естественно Дорогая техника, сигнал, что-то интересное. Плюс видно, что ну монстр, воплотишь, широкоплеч, могуч, прямо-таки басистый, рукастый мужик. Надо брать. Давайте разбираться по поводу Индепендента. Это британский многобашенный тяжелый танк на первом ранге с буквально-то смешным боевым рейтингом 1.3. Казалось бы, что может пойти не так. Тяжелый танк 1.3, при этом многобашенный, то есть, скорее всего, там много членов экипажа высокая живучесть. И, скорее всего, несмотря на некоторую свою гротескность и вообще большие габариты, сложности с маневрами, он должен жить как 35-ка, стрелять по всему как 35-ка. А Т-35, на мой взгляд, ну, довольно мощная машина за счет наличия нескольких орудий и так далее. Но этого не произошло. И сейчас я вам поведаю свою историю, почему же Independent не зашел, и на текущий момент времени брать его не стоит точно. Я его не рекомендую к покупке. Independent на боевом рейтинге 1.3 — это очень странный предмет. Его можно опустить ниже, но толку нет. Все на самом деле выражено именно в его характеристиках и ТТХ. Проблема, наверное, случилась тогда, когда меняли бронепробитие снарядом, и у Эдимпендента сейчас 47 миллиметровая пушка Ordnance QF, трехфунтовка, довольно уникальная пушка, пробивает всего-навсего 49 мм брони в упор и 38 мм брони на 500 метрах. Вы скажете, разве это мало? Ну вот мы возьмем французов, мы возьмем даже некоторых японцев, что это ты прикопался? Вон, возьми французские резервы. Они там вообще ничего не пробивают на том же Берри 1.0 с подкалиберами на 36 мм. Ты что, осел, кыш, вож, брось? А, оказывается, не совсем дела так обстоят. Это все равно недостаточно. Это пути камерные боеприпасы. Но урона у них вообще нет, если вы об этом. И пробитие недостаточное для того, чтобы бороться с целями на дистанции. При этом на боевом рейтинге 1.3 велика вероятность попасть на боевой рейтинг 2 и 3. А на этом боевом рейтинге много есть машины из царства Америки, которые будут очень рады вас увидеть и, естественно, нападать вам звездюляторов. Например, в большом количестве встречаются М5А1, лобовая броня башни которых 50 мм или 38 и толщина брони корпуса которых около 28 мм, но с наклонами. Соответственно, вы не берете эти танки в лоб и даже в борт под э, какими-то смешными абсолютно углами и на совершенно смешной дистанции, а с ними вы довольно часто будете попадать в бои. Это же самое касается и других танков, потому что на дистанции в 500 метров можно не пробивать вполне, там, не знаю, панцеров третьих. Можно не пробивать даже некоторых японцев, если мы говорим про не самые-самые резервы, они у них, конечно, то еще говно. Ну, тот же Чихакай, например, даже на дистанции свыше 500 метров можно постоянно, регулярно бить ему в броню и ничего не наносить. Это, на мой взгляд, для такого тяжелого танка абсолютная проблема. И никак ее не решить, к сожалению. Потому что у 47-миллиметровки есть множество других проблем. Она больна очень серьезно. Больна прежде всего своей баллистикой. Ну, понятно, на резервных рангах никого не удивишь плохой баллистикой, но здесь для колотушки, которая ничего не пробивает, она довольно печальная. 560 метров в секунду скорость полета снаряда, и этот бронебойный каморник ничего не может противопоставить другим танкам на дистанции. Ну, тем более, опять же, там пробитие уже не остается вообще. Скорость порота башни низкая, наведение со скоростью 10 градусов в секунду это еще терпимо, но все-таки гораздо больше на низких рангах быстрых аппаратов, типа каких-нибудь БТшек, которые вас будут банально крутить. Это не преувеличение. Вертикальные углы наведения — это отдельная боль индепендента. Во-первых, у нас есть башенки. Естественно, орудие не наводится вниз, если оно проходит над этими башенками, особенно над задней левой она высокая, и орудие задирается просто в космос. И, в принципе, вертикальные углы наведения вот минус 4 градусов. Соответственно, из-за того, что танк довольно большой и высокий, вы вообще не можете во многих ситуациях опустить орудие на противника. В общем, пользоваться им еще и неудобно к этому всему. Время перезарядки 3 секунды. Да, классно, но это не решает проблемы, если вы не можете попасть или пробить противника. А такое случается нередко, я бы сказал. Так что по итогу, с точки зрения вооружения, Independent проигрывает конкуренту в лице 35 и многим-многим резервным танкам. Поскольку у нас помимо этого орудия больше нет ничего, чем можно было бы уничтожать танки. Есть еще 4 пулемета мелкашных Викерса, но они абсолютно ни для чего не годны. Во-первых, башенки с ними наводятся супер медленно, ну и естественно стоит добавить, что по самолетам ими стрелять будет невозможно за счет того, что они медленные. И пробитие у них никакое абсолютно, они могут только какие-то легкие грузовички расстреливать. Там 10 мм в упор, а на 500 метрах и того 7. Поэтому надеяться на них не стоит. И если бы это были все проблемы индепендента, то я бы, наверное, и бровью не повел. Но, к сожалению, все не так однозначно и в следующих характеристиках. Если мы скажем про Т-35, мало того, что там вооружение куда более интересное, так еще и там есть более-менее адекватная компоновка танка. Во-первых, это 10 членов экипажа, а у нас на индепенденте только 8. И самое главное, конечно же, это то, что данный танк Т-35 обладает куда более адекватной компоновкой этого экипажа внутри. Отдельно 4 человека спереди, трое в башне, трое сзади. Пространства внутри довольно много. А Independent очень тесный, и попадая внутрь, каморник, например, какого-нибудь панцера, будет вам делать большую попа боль. Танк ниже, танк более сбитый и более узкий. Получается так, что у нас три члена экипажа спереди, сразу же за ними еще три члена экипажа в башне и двое сзади. Да, их не расселяют обычно одним попаданием, но вполне могут убить двумя. Это, конечно, далеко уходит от живучести, которую может предложить нам Т-35. А по бронированию тут тоже никаких интересных величин нет. Нас каморниками пробивают краткоствольные панциры с 75 миллиметровками. И несмотря на то, что танк иногда может показывать свою неубиваемость, это не потому, что снаряды не наносят урон, или потому что броня спасает как-то. Все просто, это противники стреляют не туда, куда нужно. Самый, конечно, интересный эффект произошел, когда я пытался потанковать кормой, и обнаружил то, что орудие там не склоняется, это раз. А во-вторых, мне вкинули в двигатель какой-то там слабенький каморник, он взорвался и взорвал мне боеукладку, которая находится в передней части танка. Это было непередаваемое ощущение пониже спины. Поэтому танковать на Индепенденте бесполезно, хоть как ты не встань, ибо пробьют, и засилие либо зениток, которые вас вполне спокойно пробивают, либо короткоствольных панцеров и других пушек довольно крупного калибра, пусть и с невысоким пробитием, делают нас абсолютно бесполезным на поле боя. Ведь стоит добавить, что и передвигается этот мастодонт довольно печально. 370 лошадиных сил на 32 тонны. Это порядка 11 лошадей на тонну. Но танк очень длинный и узкий, а это значит, что с поворачиваемостью у него есть некоторые проблемы. К тому же трансмиссия не дает нормальной скорости заднего хода, там всего лишь 4 км в час скорость движения назад, максималка вперед 32. Короче, есть проблемы. Вас кто-то обошел со скоростью поворота башни в 10 градусов в секунду и сломанным двигателем, уж не думаете ли вы, что противника вы настигнете. Выглядит этот Индепендент как какая-то груда железа, похороненная в болоте, на которую уже тина наросла, грибы какие-то вон из башенки начали расти. То есть и по внешнему виду это не тот красавец Т-35 с башнями, с пушками, а какая-то просто непонятная коричневого цвета фигня. Ну и, собственно, как она выглядит, так она и воюет. Довольно печально. Именно поэтому я не рекомендую покупать вам этот танк. На текущий момент времени он не имеет абсолютно никакого смысла в рандоме. Хотите что-то такое же большое и мощное, возьмите 35-ку. Хотите просто почувствовать себя защищенным и достаточно живучим, можете взять Валентайн, например. На нем гораздо больше ощущения свободы и удобства использования, чем на Индепенденте. При этом вы, в общем-то, ничего не потеряете с точки зрения финансов. Да и у других наций можно, опять же, поискать довольно живучие и мощные машины. Э, ну, тот же Т-28, если не хотите брать 35-ку. Хоть это и средний танк, но у него и с живучестью все в порядке, и с орудием тоже все довольно весело. Ну а на этом я буду заканчивать видео сегодня. Благодарю всех, что смотрели его. Надеюсь на вашу блогерскую чепуху, в смысле лайки, подписки, репосты и вот эту всю ерунду. И пойду пилить для вас новый контент. Всем спасибо за просмотр, увидимся и всем пока-пока.